Здравствуйте, меня зовут Жирова Диана, и я являюсь руководителем проекта по созданию этнобренда одежды. На сегодняшний день наиболее остро стоит проблема потери национальной идентичности. Особенно сильно это ощущается среди народов Кавказа. Идентичность, культурные ценности, традиции, обычаи и язык каждого народа являются уникальными. Поэтому для меня главная задача является не допустить полной потери национального колорита и при помощи создания этно-бренда популяризировать элементы национального костюма в современной одежде, что впоследствии могло бы стать востребованным и популярным среди молодежи не только моей республики, но и всего Северного Кавказа. Благодаря грантовой поддержке будут приобретены необходимое оборудование и материалы для дальнейшей реализации проекта, для создания планируемых изделий.